Губернатор Евгений Куйвашев предложил Законодательному собранию и Общественной палате Свердловской области стать основными общественными контролерами программы «Здоровье уральцев». О такой необходимости губернатор сказал на встрече с депутатами Законодательного собрания Свердловской области, посвященной подведению первых итогов 2014 года. Следующий год объявлен президентом как национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У нас в регионе прорабатывается программа «Территория здоровых сердец». Есть хороший проект, который очень хорошо коррелируется с посылом президента. Это «Город сердца», вы его знаете. Власти региона рассматривают данный документ наряду с такими инициативами, как «Мужское здоровье» и «Мать и дитя», в качестве составной части комплексной программы «Здоровье уральцев», реализация которой начнется в 2015 году. Губернатор также подчеркнул, что на Среднем Урале здоровью населения уделяется повышенное внимание. Для жителей Свердловской области создаются высокотехнологичные медицинские центры. В этом году открылся современный противотуберкулезный диспансер в Екатеринбурге, о котором врачи и пациенты мечтали более 25 лет. Уже принимают больных инновационные госпиталь восстановительных технологий в Нижнем Тагиле. Развивается сеть доврачебных практик, строятся поликлиники и другие медучреждения. Есть уже цифры, о которых можно говорить. За последние 8 лет жизни продолжительность жизни свердловчан увеличилась на 3,5 года. С 66 до 69, но думаю, на конец года будет 70 лет. Материнская смертность в регионе, подумайтесь, снизилось более чем в 3 раза. В регионе в 2 раза выросло количество многодетных семей. По словам губернатора, в следующем году в Свердловской области сохраняются задачи по завершению перехода на страховые принципы обязательного медицинского страхования, формирование системы информирования граждан о возможностях получения доступной и качественной медицинской помощи, созданию централизованной системы государственного контроля за качеством работы медицинских и фармацевтических организаций. Губернатор подчеркнул, что хотя главным органом контроля является Законодательная палата региона, к процессу будут подключены и другие органы власти. Процесс общественного контроля мы предполагаем более плотно вовлечь нашу общественную палату. Скоро я встречаюсь с членами общественной палаты и выскажу свои соображения на этот счет. Рассуждая о здравоохранении, его развитии в регионе и Артемовском городском округе в частности, жители города часто пытаются сравнивать медучреждения и качество услуг в соседних муниципалитетах. Нельзя не обратить внимания на то, что перечень медицинских услуг, предоставляемых в нашем округе, заметно вырос буквально за последний год. В лучшую сторону меняется система и качество этих услуг. Увеличивается материально-техническая база Артемовской центральной районной больницы. И все же здоровье каждого во многом зависит не от усилий врачей, а от собственного бережного отношения к организму. Медики в один голос утверждают, что профилактика превыше всего. Они не смогут вернуть вам безвозвратно потерянное здоровье. Правильный образ жизни, отказ от вредных привычек, соблюдение личной безопасности – основные составляющие долгой и счастливой жизни. Многих травм, заболеваний и других неприятностей со здоровьем можно избежать, просто проявляя осторожность, проходя плановые медицинские осмотры и ведя здоровый образ жизни.